Вы знаете, вот это очень сложный вопрос. Почему? Потому что общество неоднородно, потому что люди, которые... Есть волонтеры на сегодняшний день, которые едут там, где наводнения или пожары, или это высоконравственные люди, которые совершенно абсолютные бессеребренники, у которых такой настрой, такой порыв душевный, когда они не могут в стороне от этого остаться и едут спасать. Это такой тип людей, прекрасный, нравственный, какой-то светлый тип. Рядом есть люди, которые разрушают, приходят в музей и разрушают то, что выставлено это на выставке. Это другой тип людей. Есть люди, которые организовывают фонды для спасения детей, для лечения и так далее, и так далее. То есть я не знаю в процентном отношении, как это, понимаете, но мы должны, и мы артисты с экранов телевизоров, или снимать фильмы и спектакли, говорить о хорошем, о том, что делают люди, как много прекрасных людей, которые хотят, чтобы этот мир изменился в лучшую сторону. Мы об этом должны говорить. Я понимаю, что мы не должны скрывать всякую дрянь и мерзость, которая есть. Она есть, была и будет. Но мы должны все-таки о добром говорить и приводить в пример, и делать этих людей, ну, как бы они должны, мы должны о них говорить. Мы должны о них говорить. Потому что ребенок, скажем, 6-летний, 7-летний, 8-летний, который увидит и что-то такое ему понравится, и он вдруг увидел передачу, он тоже захочет творить добро, а не брать в руки пистолет и идти убивать людей. Вот я еще раз хочу сказать о том, что ну хватит снимать о бандитах, ну хватит снимать о людях с какими-то жуткими выражениями лиц, это какие-то и все время у них в руках оружие. Ну, ребенок, я смотрю, гуляет в парке ребенок, один, второй, третий, у мальчишек в руках вот эти детские, ну, там, пистолеты. Это ужасно, с моей точки зрения. Ну, можно, конечно, со мной не соглашаться. С моей точки зрения, это ужасно.